Карта для стержня. Так, ну чё, карта, о, флаги. Дядь. Знаешь, что делать здесь магами? А самая чё? Интересная карта. Мобов бить? Да, просто вниз идёшь. До 15-го бегаем, душим. Там, короче, смотри. Фармишь вот, вот эту, да, я проведу площадку, где... А, проведёшь, давай. На вейтер, на левую точку давай. Короче, это карта башни. Ну, их 3-5. 5 башен. Всё, значит, куда мне пойти? Наш и нижний. Только на три буквы. Слышь, блядь. Это гном, иди к чужим магам мешайся. Все, я пошел. А, короче говоря, это, все, что здесь центру нужно, бежит, это захватит, да, захватывать вот эти 5 башен. Есть точно так же... Их. Точно так же на этой карте есть... Вот видите, наши уже на 4 флага пошли. Вот они. Их надо кастовать. Каст идет около секунд 30, по-моему. Или минуты, нет, секунд 30 вроде бы каст идет. Вот. И за каждую точку, за каждый флаг вам будут начисляться очки, которые вот сверху написаны. 3000 первая команда набрала, все, она побеждает. Перекастовывать тоже можно. Серые это нейтральные, красные это вражеские. Все, астатины. Захват астатинов называется карта. Также здесь есть деревья, так же как и во всех других картах. Сейчас попробую найти дерево, показать вам. Где-то тут за углом оно, по-моему, есть. Сейчас. Вот. Деревья каждые 3 минуты регенятся, а так они восстанавливают full HP, full MP вам. Вот дерево. Ну, мы их не юзаем, типа, всего хватает, всего достаточно. Ну и фармим мобов, естественно, за левелом. Вот у нас мы с 2 мага бегаем, фармим мобов, к примеру. Вот, о, у нас 3 точки перекастовали, это плохо. Челики, походу, знают, что они делают и могут выиграть. Также каждые 5 минут в центре на миде, на астатине хаоса, появляется моб. Архимаг называется. Если вы его убьете или добьете, то ваша команда получит баф. Баф на 2 минуты. Который дает... Кстати, в прошлой катке я тоже забыл рассказать о бафе. Он бустит вам урон в PvP. Все, звук включен. Ну, в принципе, слева ничего. Архив. Ничего больше такого и знать в этой карте не надо. Планы просто фармить, бегаете, просто фармите. И... Мне катка. Ой, мне эта карта вообще, да, не нравится. Да. Отвратительная карта. Потому что здесь можно реально. Почему-то нам... людям, да, которые просто. Можно быстрее левел мне для баланса? Да, пожалуйста. Дев бустит. Какой дев? Тест закрытый. Да, закрытый бета-тест пока что. Не надо. Куда ты идешь? А куда я иду? Ты-то меня не выкинешь. Пока нет. Ну, крылья только в этой катке, да. Убиваем. Убиваем. Баф 40. Баф 40. Пойдемте за баланс. Баланс. Центр. Забейте, короче, на него. Да, это альфа. Естественно, она сырая, но... Нижний мне эта карта вообще не нравится. Наш. Баф 20. Да, мы уже тут. Я тут, у меня трое. С нами нет только танк. Короче, я иду. Вам нож бежит. Девочки. Привет, Бодя, привет, конфуз. Видишь нож. Ты поешь сделать? Сэнки. Делай. Бай-бай. You are welcome. You are welcome.
На альфа? Да. Нам идут. Там, на там. Каком сервере лучше всего стартовать? Забейте. Нормально стягивай. Сзади нож заходит. Пойдем тихо, пьем парочку. Пойдем вниз. А чё, помощь будет? Кстати, лук. И дерево съест. Попробуй натыкать пика на дерево. Плазма, чё у тебя там не получилось? Ну мы его пика бьем. Меня там лук сделан. У меня лук. На нижний начал. Здесь. Перстень короля Артура показать? Ладно, не покажу. Я левую беру. На каком сервере из классики лучше стартовать? Я бы стартовал на Шилине. По одному апнуться, я не пойму. Наверное. Центр кастит. Точки, точки нужны, парни. Что мы проигрываем по точкам вообще? А то у нас тут угол зажали. Надо 15-й добить. Короче, бой ее... Почему там не по агрям? Да. Там немножко искусственно все сделано, мне не нравится. Все, левелапов больше не будет. Дают жить оппозиции, но это искусственно. Можно нет, потужно, у меня 15-го нет. В смысле? А, ну, я думал уже 15. Я миткость. Бью дальше. Надо собраться наконец-то уже. А докачать надо. Ну докачать. Да по одному. Все, и магия. Еще мы. Пойдем вверх. Вообще к остановке. Ну кастик. Правую кастит говно. Можно мне кто-то пойдет? Я за. Не, можете на поагривайте, мне все равно. Просто я сказал, куда бы я пошел. Я бы пошел на Ширин. Здесь один у меня. Элита. Что я пойду? О. Нет, можно одного моба. Сам, отходи, я. А, лук налево. В другую сторону тут хил у нас. Похилил он наш. Кастаните. Я заберу. Где ну, качается? Да, в катах. Ну я в ГЦ еще качаюсь. Да, в катах еще где-то, неважно. Много где качаюсь. Да где угодно. Сейчас плохо будет. Налево два. Тут вот. Там лук и нож. ТП будет есть что? Да. Так, сейчас я здесь убью этого. А он сейчас уже закастует тебя. Ну, я не успел. Ну, она оставляет. Я иду налево. Можно их убить. Плазму забирай. Я к тебе могу ТП. Ты идешь. Я уже подхожу. Ты где? Я налево напивал. Иксованные МБ? Ну да, элита это типа иксованные. Я понял. Нет, если ты про обычный, то да. В катах иксованные. Блять. Ну мне все равно на базу надо. Тут, кстати, вот чекайте, что точку, мне не нравится, ты можешь дохнуть как пофиг. На смерть вообще пофиг. Это неправильно. Нужно добавлять какой-то штраф за смерть по типу. Там баф через 30 секунд будет. Минус один левел, еще что-то. Ну, что-то такое. Надо точки нашу нижнюю. Забираю центр. Они вон тут направо. Это, есть там, что-нибудь направо. Помочь? Вы вместе не ходите, вы там разделитесь по точкам. Я направо иду. Баф 20 секунд, пацаны. Тут два мага в центр идут. Не сдох. Я буду через базу ТП делать. Захилю, когда качу. Меня тут мало уже, осталось. Там просто друг идет. Ну, маг. Убегай. Там встаньте, кто-то меня не убьет. Главное, чтоб не сбил. Разворачивайтесь. Иду правое сбивать. Да, да какое? Ладно, не успел сбить. Ты там с бафом. Я вижу за собой магой.
Ну, динамит. А, нет, все, лучше. У него проходит, да? Ну, мы не все. А ты зря. С бафом. Да там остались, мы душим. Сейчас душите баф. Я пока шмотки. Я прилечу, скажите. Левую кастик. Пробую сбить. ТП сделаю на как. Вот такой баф вы получаете. На 3 минуты получаемый урон в ПВП минус 5%, физмаг защита плюс 10%, и еще и отражаете урон. Ой, что-то я походу умру, но ничего страшного. И точно такое же на физатаку. В центр перекастовывает нож. Их нижнюю забери, пит. Все, пофармил. В принципе. Ну, моя задача в этой катке была фармить. Пойду правую касту. В принципе, уже, ну, почти дофармил. Надо было бы еще пофармить. Ну, ладно. Давай, Саншайн, дерись. Можешь. Еще иду. Он кастует. Ну, боёк. Умный. Ну, кастуй. Надо бежать. Так оно же наше, не? А, наше. Я думал, они кастуют. Наше нижнее. Я все равно успею залететь. Пивший помог. Ну ладно. Так у нас низ перекастили. Назад, оберись, дальше я. Привет, вижу, уебок ебаный, ты пизда 10к закинул, а там Розота забанил и кричит, и я не кидал. Просто знайте, я вах. Плазмы хиляю. Блин, ну я не знаю, тебе я нужно как-то буду доказать это, понимаешь? Ты зашел. Мне сейчас гранит будет понимать. Ну вейтер, кастуй. Да. Или давай. А, у кого гранит? Ты кастуй, а я могу. Их вниз, их вниз. А че ты у них на базе делал? Или это наш? Я зарплатываю. Ладно. Проверьте, правый левый. Да? Правый левый, чекните. Отбегай, убегайте. Я далеко не убегай. Ладно, я тебе помогу. А вот этого 7 секунд достаточно. Одного убил, один меня убил. Точки, парни, внимательно. Сраный моб. Сопротивление. Правую сейчас кастить будут. Убили. Там нож и хил. Кастит уже. А кого ты? Нет, на меня можешь. На меня можешь, я иду налево. Гекс, ассист, иди, пожалуйста. Ага. Второй. Я реген прилечу. И налево можешь сходить. Баф, минута. Нашу нижнюю сейчас кастить будет. Но меньше ты здесь. За ним. Альф, тебе 3. Ой-ой-ой, проблемки. Забей на этого ножа. Забей, я подбьёшь? У меня есть, я потратил на ничего. Боже, они даже не выкупили. Да. Пусть фильну нож. Давай. Может, раз, там же или убитый просто. Почему, кабличку на тусе игнорит? Админ написал ему, мол, чтобы он разбанил. Слышь, а что бьем? На пиво, на вейтера есть ТП? А он бежит. Не я знаю. Рядом. Напиши ему ВК. Чего я ее знаю?
спрашивается, кто за меня. На них летят. Альф. Вейт, надо похилить. А. Чё, цепка работает далеко? 900. Это арена. Убейте бастарда. Альф. Нет, не знаю. Валета. Тут баф. Так гонишь или чё? Наверно. Я могу. Не, нифига не догнал. Впрочем, вкратце здесь геймплей происходит так. Вы пикаете двух магов, остальные бегают по карте в тупую, раскастовывают все. Регруппаетесь раз в 5 минут, чтобы убить моба. Кто на миде? Я. Маги фармят мобов до 15 уровня и плюс, чтобы одеться по фулу, и все. А потом вы бегаете все вместе остаток. На правую двое бегут. И побеждаете. Я лечу на... Ну, точнее, я бегу на центр. Фильм. Дам просветик. Они в мид вдвоем идут. И кастуют Бабы. Один. Меня не хит. Но... Не надо. А, ладно. А вот и бафчик подъехал. Второй дает на 3 минуты, кстати, не на 2. Урон в ПВП плюс 5%. Скорость атаки плюс 10. Скорость магии плюс 10. Да. Скорость плюс 60. И время перезарядки минус 6%. Охренеть. Где? Твою нижнюю косту. Я попробую сбить сейчас. А, не, это не интеллект. Сбил. Интеллект направо у нас доставал. Он банк. На него это конечно, сейчас встречаем. Везу. Вы можете их на базе загнобить. Так просвет нажмите. Не, там бегает еще нож. Бегает? Да, я за ним пошел. Ну можно с его ножа отправить, охотите. Я поставил звезду, там бегает один. Все, мы развлекаем, пока по максимуму. Он побежал на левую. На левую побежал нож. Обратно сейчас мы сюда. Так, выферил. Бежит. А на базе зажимайте, я левую забираю. Вот он бегает. Нормально, нормально. Гида туда-сюда. Бля, чуть-чуть. Убью. О, тут лук. Кильнул еще раз. Ой-ой-ой. Пильнул там. 5000 мага. А нас притянули. Я понял, они толпой налево бегут. Что за чудом? Линейдж 2 арена. Это там кто-то остался еще? На левую спасите. Ну, 5 секунд. Там много. Не, один там. Один идет, 2 центра. У него 0 кп. У этого гранита. Ко мне прибежал танк. На центр сейчас прилечу. Любого. Я низ перекастую. Мне наш на центре низ заберите. Я возьму. У меня на центре двое. У кого? У меня. Лечу на вейтеру. На вейтеру надо помочь? Лечу на вейтеру. Да. Ну не все только. Он в том, что Генка ни рубля не задонатил, а срать его на СР. Там мне все равно, это просто слова, ну. Я лишь ему отвечаю, не более. Ну, типа. Я не на чьей стороне, так как я ни в чем не уверен. Нет никаких пруфов и прочего. Их правую чекните на. Забирайте точки. Правую вроде никто не кастует. Это. Тут бастард бегает. На низу мне сейчас убивать все будет. Низу где у нас? Да, наш низ. Да, там еще лучник бежит, я иду. Там хил. Там лук бегает. Я вот иду за ним. Дексасист. Могу на тебя потом как-то убить, если его догонишь. Не думаю ничего. Сдраться будет, он-то не видит. Оп. Поехали, дамаж. На них тпшится, сейчас метёр сразу. Это ошибочка его. Альф, я все эти дни. Mm-hmm. Я кастую, вы... Кастите. Пошлите под базу. Ага, блин, мы 2 кила. Абав. Бей 40. Пойдем под базу забирать. 40 кидай, иди. Мы его убьем. Я сейчас подойду к 40. Есть ему что-нибудь дать? Да мы ему уже все дали. Сам не бегай, едь. Бег, степасы на базу. Можешь на месте стоять. Да я сейчас дерево возьму и на правую пойду. Там раскастовали. Мид. Друга. Сейчас мид баф будет? Да, уже есть. Бегу.
Бейте там. Лечу на наветный. Знаете. Надрез рта. Можно ногу в рот засунуть. Бля, боже, что у вас в чатике? Надо правую взять. А на левый даггер, если чё. Мид надо забираете? Я побежал сбивать. На левый хил. Правый успеем? Мы успеем на левый вообще? Не, мы вдвоём добираем. Может, успеем. Забей. Иди сразу толкай. Боже, Гена, ну всем же все равно, понимаешь? Закидывал ты ему, не закидывал. Ну понятно. Боже, я на Фишера сабнулся. Задонатил 500 рублей на кальянчик. Или на кальмарчик, не помню уже. Ну неважно. Монстр. Человек просто, ну, не ценит нихуя, что ему делается. Он что-то там, блядь, хуесосит меня и прочее. Я понимаю, что, ну, это его тупые рофлы. Но мне это неприятно. Ну, я типа больше никогда на него ни сабнусь, ни задоначу, ни копейки. Не, ну только не лезьте под эти. Блядь. Меня притянули, похуй. Я застрял. Чё это за прикол? Типа, ну, неуместные у него шутки. Пусть, блядь, со своими друзьями так шутят, но не со мной. Все. Стоим. Жлобом, блядь, меня называют. Он чё, вообще попутал, блядь? Гекс, кого там хейтишь уже? А, та про Фишера говорю. Чё он хочет? Так, тут их много, есть что помочь? Да, их тут четверо. Не, ну... Он тебя байтанул, но... Я не знаю, чё он отморозился. Их пятеро. Бля, ну во-первых, ты видел, что там хуйня с этими. Бегите, с оповещениями хуйня. Ну, давайте, понятное давайте. Дело. Тем более он бухой был, и чем ты? В смысле, бей, дерись. Ну, похуй, донатил ты ему там что-то или нет. Отойдите, я плачу. Могу вы можете им спину давать, они тут бегут за нами. Там в спину заходит. Пойдем гулять. Опять я прилип к стене. На кого лететь? Нет. На меня, на меня. Альфа, Альфа. Ебать, Гекс, блядь. Шо? Что ты творишь, блядь? Он их просто замял, блядь. Это хайпроскилл, бро. Все, я к вам. Так, деревца нету. А здесь? Нет. Бля, беда. Походу мне пиздец. А че у них? Ой, да. У них маг сел. Он присел. Отдохнуть. С маной пополнить. Короче, боя. Жестко. Дай бой. Да, вот как раз вот это. Можно хила этого? Чего-нибудь с ним. Боже, сколько там нож нарезал. О, давай, держи их там, души и гель. Сколько за БТ еще арены будет? Бля, не знаю, здесь честно будет. Говоря. Опять извините, посветы, столько вот он есть. Я знаю. У них гранит. Ну, нижний, то, что Фишер не следит за своими словами, да, это факт. Я с другой стороны принимаю, а не, я налево пошел. Может, типа, на базе. Одно дело, когда он, ну, тогда набухался, неадекватно себя вел, окей, первый раз, типа, лишь я отнесся к этому со скептизмом. Подождем, не сбивай, подожди. Ну, что ты делаешь? Но второй раз, типа, нахуя. Меня. Не ценишь, не цени, мне похуй. Я типа. Слева. Так, Гекс, я короче показываю сейчас. Иди, не, ты не туда побежал. Это арена. Я сейчас их растягиваю. Комбо-вомбо вы сделали сейчас. А, окей, все, Гекс, подожди. Сейчас бегу, стягиваю и на меня гречка. Гречка это не ссор, если что. Угу. Не могу ты поделать. Давай, Гекс, работаем. Ебало в пол работает ОМОН! Ну, в твоих, конечно, не так прикольно. Да, как говорится, запись для стрима, ой, для ютуба без мата. Конечно. Лайма? О, бифт. Держать будем? Не, на базе. Гекс возьми, на миду. Чё взять? Баф на миду.
Все. Короче, один буду их держать. Фарс фармит тут. Вдвоем заковыряете, я пойду. Что вдвоем? Я тут один. Давай. А он будет. Давай, душа. Пацаны. Меня сейчас метеором душить будут. Бля, ты скал один держишь. Ты слова свои не. Слова не держишь свои, что ли? Да. Под стяжку не поставляйте, что ли? Погнали. А можно на меня ТП? КД 30. Еще стилит, смотри на него. Так, там закинь через 2 часа, господа. Иммунитет? Прикольненько. Че, бегу? Но он подскользнулся. Я вот только не пойму, Целестиал танк он массовый или нет? Ой, кстати, видите, под Целестиалом танка можешь забежать к ним на базу, а мы на тебя тэпнутся. Гек, смотри. Короче, есть проще. Лайфхак, да. Гек, смотри. Видишь, под инвизом. А, под инвизом можно? Да. Они тут стоят. Я пойду к Асте. Ладно, не хочу. А, или там. Смотри, вытаскивай. Вставай и побежал. Оп. На ново тэпы. Да не надо все. Речь посыпался. Есть меня полечить чем? Да. Не лечи его. Меня в первую очередь надо. Да я по привычке просто. Ай, больно. Там крыша надо. Больно. А что, крыса есть? Не привык. Крыса осталась. Надо выловить. Да, жестко, конечно. Не залазь, ничего, отстрелят. А, все, нет крыс. Все, крыс, точка, нет. Все мертвые. А если Хардина убить, что будет? А его нельзя убить. Но он не убивает. Магазин вот может? Да вы долго будете. Фишеру, да, нельзя бухнуть. Спешим куда-то, что ли? Игра быстрее. Боже, мы всех просто перебили. Вот это жестко, да? Фулл доминация. Привет, Шара. Перстень короля Артура. Я понимаю, что он пытается рофлить на стриме, но не надо на мне рофлить. Ладно, бой юзну просто, это прикол. Нормально. Типа, за счет унижения кого-то рофлить, это как минимум некрасиво. Еще и, блядь. Ну, короче, забей. Там две. Поначалу они нас душили. Кстати, да, начались они хорошо. Начали они все хорошо. Мне кажется, это мы криво начали. Танк умер, маршрут. Плюс один заветный. А, плюс один. Это была аренка захвата флага. Вот такой примерно геймплей. Ставьте лайки за контент и так далее. А все уже стырили. Следующий видос будет про 50 убийств карта. Вот. Все, всем пока. 30 минут карта шла. Неплохо.